Сегодня проходит акция «Каникулы с общественным советом». 10 июня для ребят из детско-юношеского движения «Юнармия» состоялась экскурсия в городском отделении полиции. Сотрудники оперативных служб рассказали об основных принципах работы, показали места временного заключения для правонарушителей общественного порядка, дежурную часть и тренировочный зал. Также они продемонстрировали детям несколько приемов борьбы, которые используются полицейскими при пресечении различного рода правонарушений. Ему сейчас больно, да. Отсюда берем либо за отворот, либо за челюсть. И вот таким вот образом ведем туда, куда мне надо. Он уже от меня никуда не денется. Воздействуем на кисть, выжимаем нож, руку за голову и уводим. Кроме этого, ребятам дали возможность показать свои навыки по сборке и разборке оружия. Некоторые даже набрались смелости, чтобы собрать автомат закрытыми глазами. Конечно, на данный момент практики у них немного, но благодаря командной работе им удалось быстро достичь результата. Майор внутренней службы Тимофей Жаков поделился с нами своим мнением о значимости проведения данного мероприятия. Я думаю, что акция проходит в первую очередь, чтобы, скажем так, показать людям работу полиции, в принципе, рассказать о ней, что формировать общественное мнение о работе полиции городской. Нашего областного центра. Ну и опять же, можно сказать, ранняя профориентация, я как кадровик могу сказать, что возможно эти детишки клуба «Подвиг» придут к нам на службу. Действительно, может быть, многие ребята свяжут свое будущее с полицией. Возможно, встреча с кинологом и его собакой Багирой натолкнет их на эту мысль. Багира помогает находить различные наркотические вещества и знает множество команд. Она также очень ласкова и поэтому сразу же полюбилась ребятам. Можно точно сказать, что данную экскурсию провели не зря, и у участников остались только приятные впечатления. В заключении этого мероприятия в преддверии Дня России дети запустили в небо воздушные шары в цветах российского флага.